Так, всем привет, друзья, подписчики и гости канала. Угадайте, где я нахожусь? Нахожусь я в самом центре. Ну, а рассказ мой сегодня будет про сектор Буйкана города Кишинева. Между прочим, мы находимся сейчас именно в нем географически. Вот я вам дам сейчас такую справочку о размерах. Это один из самых крупных районов города. Собственно, начинается он не прямо тут, он начинается еще с улицы Пушкина. Вот, вы можете увидеть это на карте. А это, можно сказать, самый центр. Но я вам покажу его самую глубинку. Плюс те места, о которых просили подписчики. Ну что же, погнали. Собственно говоря, про Буйканы, небольшая справочка будет вот тут, в конце экрана. Это один из самых, скажем так, густонаселенных районов, но не самый большой. В общем, где кончается улица Константина Стерии, начинается улица Василия Лупу, это бывшая Панфилова. Рядом со мной Кишиневский дендрарий, такий ботанический сад, раньше его так и называли, но сейчас речь не о нем. Спускаемся чуть вниз. Продолжим съемку чуть далее. Спускаюсь я, прохожу мимо, получается, слева от меня Комсомольское озеро, точнее, Валя Морило сейчас называется. Вот, оно отсюда, к сожалению, не видно, уже заросло, да, в принципе. Да, здесь очень много деревьев разрослось. Может быть, раньше можно было его увидеть. Ну а так, в той стороне у нас телецентр находится. Вот, впереди жилые дома по улице Александреску. Это, если я не ошибаюсь, один из переулков Панфилова назывался. Вот. Справа все тот же дендрариум. И вот такой здесь тротуар по этой улице. Вот, кто хотел это увидеть, пожалуйста. Вашему взору панорама, в том числе и наверх в сторону центра. Мы приближаемся к посольству Катара, если я не ошибаюсь. Следующее будет посольство Украины. Что ж, продолжим чуть-чуть далее. Нахожусь я уже на перекрестке улиц Василия Лупу и Евгения Кока. Или Евгения Кока, как правильно. Вот рядом со мной посольство Украины, сзади посольство Катара, дорога в сторону центра и, соответственно, дендрарий. Он и заканчивается на этой улице. Улица Коки. Здесь уже начинаются жилые дома вот такой вот постройки, четырехэтажной. Теплые котельцовые хрущевки. Так. Пожалуй, успею еще и на зеленый свет. Вот мы можем наблюдать страда Евгения Кока и страда Василия Лупу. Насколько это вам видно. Не стесняйтесь писать комментарии, по желаниях увидеть ту или иную локацию. Буду рад вам это исполнить по возможности. Всем, кто здесь жил или живет, всем огромнейший привет. Вот такие вот дома тут справа. А мы двигаемся с вами далее. Улица Василия Лупа, бывшая Панфилова. Вот здесь остановка общественного транспорта. 4-й троллейбус и 3-й тут ходят. А также 33-й идет. Ну, 33-й идет от троллейбусного парка 1-го до Дурлешт. Вот. Это такой новый маршрут запустили тут. Это
еще раз вашему взору вид на дорогу в сторону центра. Это мы можем наблюдать с вами, улица Буюкань называется. Я вот, честно говоря, не знаю, как она ранее называлась. Кто знает, пишите в комментариях. Магазин здесь такой вот продуктовый. Алкогольный магазин. Авика Ла Флорень. В общем, вот как тут сейчас все обстоит. Можете это наблюдать. В течение видео также будут ссылочки на остальные видео про другие районы нашего города. Ну а сейчас мы двигаемся с вами далее. Гимназиум номер Мудзушаса, 86-я гимназия. На наших глазах. Мы уже на перекрестке улиц Василия Лупы и Штефана Няги. Вот и улица Штефана Няги тут. Совсем малолюдная. Может, это к лучшему. Что у нас находится здесь? Вот хотелось бы рассказать. Ага, здесь мы видим Европа, три звезды, отель тут у нас, вот как, отель Европа. Ну, видно, что здание более-менее новое, либо реконструировано. Также тут есть новострой, и с левой стороны вы можете наблюдать. Остановка общественного транспорта. Четвертый троллейбус здесь проезжает. Вот мы уже приближаемся к перекрестку улиц Василия Лупу. Направо это Виссариона Белинского. Налево улица Александреску. Ну что у нас тут? Остановка, заведение под названием TikTok Kebab. Вот. Ну, собственно, хочется вам ответить то, что налево у нас это поворот туда, в сторону Молдэкспо, Комсомольского озера. Мы видим, третий троллейбус тут проезжает. Вот в том направлении он едет аж до конца улицы Алба-Юлия, до Полтавского шоссе бывшего. Сейчас это называется шоссе Облкань. Вот и сам перекресток. Там напротив вторая мотопехотная бригада. Вот бригада Доу инфантерии моторизаты. Сейчас так называется. Вот еще раз вашему взору этот угол, перекресток. Ну а мы движемся с вами далее. Движемся по улице Белинского. Здесь более такая пустынная улица. Вот там вдали уже строятся блоки новостроев, причем немалого размера. Если вам это видно, то замечательно.
они вдалеке отсюда. Вот как-то так. Продолжим чуть далее съемку. На проходе здесь не могу вам не снять эти жилые домики, расположенные по улице Белинского. По-моему, она так и называлась ранее. Вот как-то так. Стоит упомянуть, что сегодня 27 января. Вот такая вот погодка у нас типичная, зимняя для Молдовы. Ну а мы движемся с вами далее. Еще для вас домики по улице Белинского. Вот такая здесь территория с открытым входом. Наверняка там тоже что-то строится будет новое. Вот еще один такой красивый, интересный объект. Какая красота. Белинского 10А. Но сдается он в аренду, как я вижу. Да, строится, расширяется Буйкан, развивается район. Не могу пройти мимо вот таких вот красивейших заборов с двухэтажными, а то и более домами. На левой стороне улицы тоже так чудесно все выглядит. На фоне новостроек. Ну а сейчас мы находимся на перекрестке улиц Виссариона Белинского и Петра Чайковского. Вот это туда, в сторону Флакары, слева улица. А это туда направо, в сторону Дендрариума. Вот и, собственно, указатель, где все обозначено. Двигаемся далее. Таким вот образом украшены у нас остановки общественного транспорта. Тихо, ни души на улице. Спокойно. Можно снимать свое удовольствие. На наших глазах только что проехал 35-й троллейбус. Он едет по круговой из центра Дурлешты, через все Дурлешты. Он беспроводной у нас. Здесь мы можем видеть такую вот рекламу. Здесь тоже здание коммерческого типа в основном. Ну а мы приближаемся с вами потихоньку к углу улица Виссариона Белинского и улица Иона Крянга. Это снова еще одна улочка. Вот название ее я вам сейчас не скажу. Вот, кстати, такие вот объявления тут у нас висят. Потерялась кошка. Молодцы хозяева. Распечатали в цветном виде. Не пожалели средств. Ну, хотя у нас цветная печать стоит относительно недорого, если так глобально взять. Относительно. В общем, вот. Эти дома уже прилегают почти к улице Иона Крянга. Всем, кто здесь жил и живет, и это сейчас увидит, огромнейший привет. Не стесняйтесь писать комментарии. Буду рад каждому из них. А вот здесь уже видно, что... Нет, все-таки жилой дом. Жилая территория. И вот такая эдакая свеча, как я их называю, многоэтажка. Это уже угол улиц Белинского и Иона Крянга.
Здесь еще одна остановка общественного транспорта имеется прямо на углу. И с одной и с другой стороны. Вот с этой стороны, по которой я иду, тут третий троллейбус только едет и останавливается. А в обратную сторону и тройка, и четверка, и 35-й маршрут. Еще раз такое вот здание. Здание напротив. Мы движемся с вами вперед по заказу одной из подписчиц. Чуть позже озвучу вам его. Еще раз видно перекресток улиц Белинского и Иоанна Крянга. Так он выглядит с этой стороны. А мы движемся с вами далее на ту улицу, которую нас попросили. Меня точнее, в комментариях. И, ну вот мы можем видеть с вами улицу Белинского. Здесь у нас улица Думитру Карачабану. Решил я вам поснимать и этот отдел. Как правильно сказать? Сектор Абуюкань. Микрорайон. Отрезок. Здесь чуть дальше еще одно здание новостроя мы можем с вами наблюдать. Еще одна улочка, такой вот крутой спуск. Всем, кто здесь жил или живет, большущий привет. Ну а наш заказ находится чуть дальше. Такое заброшенное здание тут. Поверните направо. Вот, навигатор подсказывает, что я уже рядом. Так, перейдем, собственно, к вашим одному из пожеланий в комментариях под видео про новогодний Кишинев. Было указано, у пользователя Ляли Иванова просила показать третий переулок Белинского. Собственно, эта улица сейчас называется Иоанна Раду. Нашел. Находится она вот. Это улица Белинского получается. А вот туда вниз, как мне карты показывают, это страда Иоанна Раду сейчас называется. Так, если я неверно назвал, извините, поправьте в комментариях. Собственно, вот третий переулок Белинского, бывший. Сейчас мы можем видеть, что здесь находится. Вот такой вот шикарный вид на город отсюда. Есть такой резкий спуск с горочки. Специально для пользователя Ляли Иванова пишите, подписывайтесь, где вы тут проживали. Я вам так общий вид улицы сейчас покажу. Вот такие вот милые кошечки здесь выбегают буквально к ногам. Ну, собственно, такие вот дома здесь находятся. Так, так, так. Вообще-то улица небольшая и не длинная. Находится также вот блок новостроя тут небольшой такой. Всем, кто здесь жил, кто живет, огромнейший привет. Вдали еще виднеется спуск.
А, Иоанн Левеску. Вот как эта улица называется. Простите меня за ошибочку в начале. Иоанна Раду улица находится чуть дальше. Мы прошли этот отрезок. Она пересекает улицу Белинского, если я не ошибаюсь. Собственно, вот такой вид на Кишинев отсюда. Особенно он красив с этого новостроя, с верхних этажей. Вот мы подходим к концу этой улицы. Здесь уже у нас так, я отсюда плохо вижу. Сейчас приблизимся, вам скажу. Штефан Няга тут, да. Эту улицу мы уже пересекали со стороны улицы Василия Лупу. Вот тут еще один блок новостроев. Всем, кто здесь жил, живет, большущий привет. Отписывайтесь в комментариях. Улица движется туда далее. Ну, а мы движемся с вами далее. В сторону Флакера. Такая вот улочка Штефана Няги. Довольно тихий такой район. Тихая местность на Баюканах. Можно даже спокойно идти по дороге. И вот вдали виднеется улица Иоанна Крянга. Всем, кто здесь жил или живет, большущий привет. Но мы продолжим чуть позже. Мы находимся уже на перекрестке улиц Штефана Няга и Иоанна Крянга. Вот такая вот здесь интересная башенка, или как правильно выразиться. В общем, здесь находится магазин Линелло. Над входом магазин часы. И вот такая крыша с чердаком якобы. А вот здесь уже другие здания коммерческого типа. Спускаемся немного ниже. Здесь находится центр семейных врачей, если я не ошибаюсь. Да, Central Medici Valardi Familia Numeral Padre. Не знаю, насколько вам видно. Постараюсь увеличить картинку. Впереди еще один блок новостроя. Это уже угол улицы Иоанна Крянга и Евгения Коки. Вот. Здесь остановка общественного транспорта. Собственно, пятиэтажки напротив. Есть также жилые дома и с этой стороны. Вот как-то так здесь. Что ж, продолжим чуть позже. Мы с вами продолжаем. Находимся уже у рынка Флакера. Вот вы можете видеть то, как здесь все обстоит, как обстоят дела. Называется он Пьяца Негусторий. Рынок Негусторий. Я не знаю, как это переводится, честно говоря. Вот, Серели Негусторий. Улица Крянга, 47/3. И остановка общественного транспорта. Здесь сюда магазинчики. Вот
Вот это улица Ивана Крянга. Мы движемся с вами наверх, к кругу. Ну и там, где был бывший кинотеатр Флакера. Здесь более многолюдно. Это Кибалшинный рынок тут. И вот эти многоэтажные дома на углу улицы Ивана Крянга и улицы Конституции. Эстрада Конституции она сейчас называется. Ее прежнее название, честно говоря, я вам не скажу, как она называется. Пишите, пожалуйста, в комментариях. А вот эта улица Алдия Теодорович. Вот здесь тоже такой небольшой рынок. Прямо по дороге. Напротив мы видим, не сказать, что прям торговые центры, но достаточно крупные магазины. Магазин Максимум. А вот там фитнес Флакера находится. Вот там находился раньше кинотеатр Флакера. Сейчас он уже вроде как долгое время не работает. Всем, кто здесь жил, большущий привет. Подписывайтесь в комментариях. Буду рад читать их. И вот мы приближаемся к самому углу, самому кругу. Здесь находится Индис Пицца, Линелла большая с приставочкой Супер. Довольно удобный магазин, так как можно оплатить картой на отдельной кассе, не стоять, не толпиться в очереди. В этом их огромное преимущество. Вот. Вот и сам круг у Флакера Балканский. Если я не ошибаюсь, это место сейчас называется Пьяца Униры Принчипаделор. Тут остановка получается по той стороне, где я иду, уже в начале улицы Албаюли. Она так и называется Пьяца Униры Принчипаделор. И вот такая эмблема. Я люблю баюканы. Домики здесь. И вот такие высотные дома. А это уже начало улицы Албаюли. Если не ошибаюсь, бывшая улица Энгельса. Вот такой здесь тротуарчик по этой улице. Недавно обновленный. Плитка почти свежая, можно сказать. Ну а улица Ивана Крянга продолжается туда, почти до Дурлешт. Заканчивается на пересечении с улицы Тудор Владимирецку там далее. Вот, это уже Албаюлия 2. Все. Огромный привет, кто здесь жил, кто живет. Отсюда уже начинается спальный район, скажем так. Пятиэтажные дома на той стороне улицы. И вот начало круга отсюда.
такой вот вид. Вот и та самая остановка Пьяцца Унири Принчипателлар в сторону Полтавского шоссе. Многоэтажные, девятиэтажные жилые здания. Вот всем, кто здесь жил или живет, большущий привет. Отписывайтесь в комментариях. И остановка общественного транспорта. Вот и Уюканский круг. Заведение Кебабун. Довольно приятно отсюда пахнет. Ну да ладно. Мы движемся с вами далее. Такая вот пешеходная тропинка, ну тропинка, его сложно назвать, обустроенный тротуар, скажем так, почти недавно, улица Алба-Юлии. Как мы видим, тут и дворик обустроен тоже. А мы тем временем приближаемся к улице Пелеван. Вот. И там вторая часть заказа, оставленного в комментариях, увидим чуть позже. Собственно, вот перекресток. Я, честно говоря, сейчас затрудняюсь ответить, как эта улица называлась ранее. Не то Невская, не то Коммуны. Кто точно помнит, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Вот. Современные названия я точно знаю. Ну, почти. Иногда могу запутаться. А вот предыдущие это... Не всегда. Улица Пелеван, туда наверх, налево, тоже уходит Дурлешты. У нее там общий переулок, если... Ой, общий перекресток, точнее, если я не ошибаюсь, с улицы Иона Крянга. Вот, в Дурлештах. А здесь пока что насладитесь этим видом переулка Пелеван и Иона Крянга. Напротив магазин Линелла, Easy Credit. А мы двигаемся с вами к локации нашего следующего заказа. У нас загорается зеленый свет. Что же мы можем тут видеть? Пиццерия Ронда тут имеется. Церковь на углу. Немного потрагивает камера из-за того, что срабатывает стабилизатор. Вот еще раз вашему взору угол улиц Ион Пелеван и улица Алба-Юлия, бывшая Энгельса. Но для пользователя Ляля Иванова специально для вас 18-я школа на Буюканах. Надеюсь, я не перепутал, так как источники мне выдают именно эту локацию. Вот и этот адрес. И он Пелеван 24. Пожалуйста, специально для вас. Также всем, кто здесь учился, большущий привет. Вот, кстати, улица Ион Пелеван с обратной стороны, правую от меня.
И вот здесь по карте начинается улица Сучава. Сейчас мы вот пройдем, увидим более точное название этой локации. Дабы я не ошибся здесь, как мы видим, небольшой сквер имеется. Вот такая вывеска тут. Теоретик. Название не очень-то я вижу, но сейчас это лицей. Все, кто знает это название, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Здесь также имеется такой вот обустроенный сквер, мини-парк. Но мы движемся с вами далее. А вдалеке, вдали, там вот виднеется лицей Оризонт. Может быть, кто-то знает эту школу, кто-то там учился. Всем оттуда вот тоже большущий привет. А мы движемся с вами далее на улицу Алба Юлия. Продолжаем мы с вами идти, двигаться далее по улице Алба Юлия. Вот такая вот здесь остановка общественного транспорта. Сейчас я вам ее более детально покажу. Это улица Иван Пелеван, точнее угол с одноименным названием этой остановки. Вот так тут расположился магазин «Золушка», магазин бытовой химии. Вот. Напротив магазин «Симплекс», ну и церковь на улице, ой, на углу улицы Иван Пелеван и Алба Юлии. Тут еще что-то строится, что-то открыто, а может, она вовсе на реконструкции сейчас. Ну да ладно, кто знает, отпишитесь в комментариях. Вот. Мы с вами приближаемся к одной из конечных, из бывших конечных троллейбусов. Вот не помню уже, какой маршрут здесь заканчивался. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Вот здесь такая круговая для троллейбусов специально была сделана. Сейчас она уже заброшена. Собственно, как и троллейбусная линия, видимо. Такой вот круг делал троллейбус и разворачивался тут. Бывшая улица Энгельса. А как мы можем видеть, вовсю идет реорганизация этой улицы. Вот Drummond Lucru. Что-то здесь улучшается. К примеру, вот тротуар дали уже более новый. А здесь рядом мы можем с вами видеть магазин игрушек плюшевых. Вот. С таким симпатичным названием и вывеской. Что ж, двигаемся далее. Впереди у нас еще блок новостроев, как жилых, так и офисных зданий. Пересекает их улица Сучевица, если я не ошибаюсь. Сейчас мы подойдем поближе, там будет видно название. Я немножечко ошибся, эта улица называется Ион Лука Караджиали, вот перекресток с Алба Юлии. Также тут расположены такие вот QR-коды, по которым можно узнать все об этом человеке. Это был писатель румынский, если я не ошибаюсь. И вот такой блок новостроев на углу этих улиц. Пожалуйста, вам. Движемся с вами далее.
вдали виднеется блок новостроев. А это совсем свежий новострой, наверное, еще не сданный в эксплуатацию. Там более подробно. Тут еще пока никто не живет, насколько я вижу. Да. Сегодня 27 января 2024 года. Может быть, кто-то увидит этот дом в будущем и будет тут жить. Но мы с вами двигаемся далее. Тут автомойка у нас. А здесь просто всего лишь навсего автомойка. Продолжим далее. Тоже перекресток улиц Парис и Алба-Юлия. Вот, собственно, здесь находится этот блок новостроев, который был виден издали. Улица также идет в ту сторону, в направлении Дорлеш. И сюда вниз, по-моему, до Скулянки. На скидку вам не скажу. Здесь также остановка общественного транспорта под одноименным названием этой улицы. Страда Парис. Вот, а улица Сучевица, если я не ошибаюсь, чуть-чуть далее находится у нас. Вот здесь, как мы можем видеть, магазин мебели. И здесь небольшой пустырь, огороженный забором. Можем наблюдать, как подъезжает троллейбус к этой остановочке. 22-й маршрут с гармошкой. Это один из новых типов троллейбуса с гармошкой. Очень удобный, комфортный. Ну что ж, мы движемся далее. Собственно, вот такого типа новострой здесь. Это улица Алба-Юлия с частными двухэтажными домами. Вот тут находится здание офисного типа. Вот такая тут автомойка с интересным названием «Акула». Вот здесь гейминг-парк, барбершоп. Ну и постепенно мы приближаемся к территории завода Альфа, уже бывшего. Вот тут перекресток улиц Сучевица и Алба-Юлия. Вот, честно говоря, не вспомню, как называлась ранее улица Сучевица. Жду ваших комментариев по этому поводу. А вот спереди здесь такой вот блок новостроев. Да, уже он заселен. Строила его фирма Астеркон. Отсюда мы можем увидеть название. И вот эта улица идет туда. Ходит вглубь. Ну, в общем, не о ней сейчас речь. Всем, кто жил здесь, большущий привет.
Подписывайтесь, буду рад прочесть ваши комментарии. Немного я путаюсь в тексте, потому что он у меня не составлен. Здесь спортзал. Как мы можем видеть, кому это интересно, кто здесь живет рядом, пожалуйста. Также вот какие заведения есть на противоположной стороне улицы. А мы движемся с вами вперед. Мы с вами уже находимся на пересечении улиц Онисе Фургибу и Алба Юлии. Всем, кому знакома вот эта локация, большущий привет. Если я не ошибаюсь, эта улица ранее называлась имени Сальвадора Альендо. Что-то в этом роде. Я такого человека, к сожалению, не знаю. Просто читал название. По-моему, это испанский художник. Но могу ошибаться. Пишите в комментариях, пожалуйста. Вот, спереди, слева от нас, мы видим уже территорию завода Альфа. Она уже полностью распродана. Множество разных офисов и фирм там располагается. Но мы движемся с вами далее. Вот улица Онисе Фургибу. В том числе и новострой туда выше. Тоже мы с вами продолжим далее. Вот уже виднеется территория завода, бывшего завода Альфа. И вот такие вот новострои там вдали. Вверх по Онисе Фургибу. Такие жилые дома располагаются напротив. Улица Алба Юлия. Всем, кто здесь жил или живет, большущий привет. Подписывайтесь в комментариях. Такой проход, там церковь. И вот такой отрезок этой улицы. Бывшая Энгельса, напомню. Вот территория завода Альфы. Сейчас она распродана под различные офисные и тому подобные заведения. Очень много тут всего. В частности, как я вижу, открылось и кафе Твистер. Чуть далее. О как. А вот это жилые дома. Вот здесь также находятся магазины Бомба, магазин, супермаркет Локал. Вот. Высотное здание с эмблемой Orange. Оно видно, пожалуй, из любой точки города. Ну, высотной точки имеется в виду. И постепенно мы приближаемся к пересечению улиц Алба Юлия и Ливио Деляно. Вот. Кто знает, напишите, пожалуйста, как раньше называлась улица Ливио Деляно. Вот, честно, сейчас не вспомню, не скажу вам. Вот и заведение Твистер. Фитнес-класс. Локал. Юск. Бомба. Вот так вот преображается потихоньку Кишинев наш. Также здесь располагается один из университетов. Сейчас я... А, вот, видно. Университете Перспектива. На одном из блоков завода Альфа. Бывшего завода. Вот также магазин Ром стал тут находится. Всем, кто здесь жил и работал, жду от вас комментариев на этот счет.
как здесь все преобразилось. Также одна из самых крупных аптек у нас в Молдове под названием Дита здесь располагается. Вот вы можете наблюдать. Ну и, собственно, высотное здание Orange. А за этим зданием уже сплошь и рядом новострои. За редким исключением, здесь уже здание старой постройки. Это что касается вот левой от меня стороны. Справа же все еще здание советской постройки. Вот кебаб-хаус тут находится. Сейчас я вам сниму его поближе. Вот заведение кебаб-хаус с террасой. Ну, пока что холодно для террасы. Конец января все-таки на дворе, но да и здесь никого и не видно. А вот и Буйканский Макдональдс. Для тех, кто не знал, Макдональдс теперь есть и на Буйканах, на углу улиц Деляну и Алба Юлии. Пожалуйста. Вот как тут все обустроено. Пожалуй, самая большая вывеска буковки М тут у нас в городе. Вот мы можем наблюдать. Температура 0 градусов сейчас на улице. Вот и Макдональдс. Тоже двухэтажный, как и в других районах города. Поворот на улицу Ливию Деляну. Здесь также ходит троллейбус номер 38. Вот, всем желающим Макдональдс. Вот и угол улиц Деляну и Алба Юлия. Вот эмблемой 2024 с елочкой. А уже на той стороне улицы вот мы можем наблюдать то, как здесь все обстоит, расположено сейчас. Улица Ливию Деляну идет вниз. А мы идем с вами дальше по улице Алба Юлии, бывшая Энгельса. На пути у нас рынок Дельфин. Продолжим чуть далее. Вот, собственно, и сам рынок. Ну, точнее, начинается он где-то отсюда, вот, плюс-минус. Вот. Дома еще советской застройки, улица Алба Юлия. Здесь находится Линелла сейчас. И вот отсюда начинаются уже, скажем так, торговые точки. И вот еще новострои с правой, точнее с левой стороны. Более свежие постройки. Ну вот, собственно, и рынок.
Он еще до сих пор открыт. Как мы можем видеть, вот так он называется. Агро-Евромаркет. Зайду, я покажу вам, что здесь находится. Он уже почти весь закрытый. Вот, собственно, весь рынок. Вот такие вот здесь ателье. Да, половина рынка закрыта тут. Ну, в общем, как-то так. Посмотрим, пройдемся, что здесь находится. Фрукты, овощи в основном. Тем, кто хотел увидеть этот рынок, пожалуйста, показываю вам. Не многолюдно здесь, большой выбор фруктов и овощей, как мы можем наблюдать. Даже глубокой зимой здесь есть мандарины, бананы, все, что душе угодно. Также тут вот такие вот магазинчики. Современным названием iCrystal. Очень уж бросается в глаза. Ну, молодцы, маркетологи постарались. Вот еще один ход в рынок. Ну а мы с вами движемся далее. Здесь уже более хвостовары мы можем видеть на самом рынке. Работает даже в такой поздний час. Здесь уже продаются вещи, как мы можем видеть. Одежда. А я ищу выход. Вот такие вот здесь. Так тут все обустроено. Магазин, мы только что прошли с вами магазины стройматериалов, хозтоваров. Ну и выходим мы снова с вами на улицу Алба Юлия, это бывшая Энгельса. Идемте, пойдем, покажу я вам, что здесь имеется далее, вплоть до самого конца. Уже темнеет знатно, так солнышко село давно, видимо. Вот. Постепенно приближаемся к конечной общественного транспорта. Здесь только конечную троллейбусов. Следует здесь также автобус номер 26, но он идет
Далее, по-моему, по Полтавскому шоссе поворачивает на улицу Деляну. Вот такой здесь спальный жилой район. Здесь уже во всю блоки новострою. Это с левой стороны, с правой все еще здание советской постройки мы с вами наблюдаем. Отделение почты. Аптека. Кофейня. Все как полагается. Также церковь небольшая. Я вот не пойму, что это слышно. Не то вечерняя служба, не то еще что-либо. Кто понимает, о чем это, пишитесь, пожалуйста, в комментариях. А здесь такая вот, такой тротуар на улице Албаюлия. Из асфальта, не из плитки, каким он был ранее. Вот и постепенно мы приближаемся к конечной общественного транспорта. Пешеходный переход. Без светофора тут. Линелла. Но не с приставкой супер. Видимо, без автокасса она здесь. Там чуть далее ресторан «Салат». Ну а мы с вами переходим здесь дорогу. Вот, собственно, и загорелся свет на улице Албаюлия. Ну что ж, вот и сам конец улицы Энгельса бывшей. Сейчас это название носит Албаюлии. Так, да, кстати, там чуть дальше Family Market, если я не ошибаюсь, и ресторан «Салат». Вот. Там мы завершаем с вами это видео. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Буду рад любому из них. И самое главное, все самое интересное у нас только впереди. Всем удачи, всем пока!